А всем здравствуйте, мои девочки и мальчики, здравствуйте всем. Сегодня воскресенье, 22 февраля. Сегодня 22 февраля, мы с Гузаль сидим на остановке на автобусной. И мы отправляемся погулять в город Пало-Альто. Хотим посмотреть шопинг-центр, просто прогуляться и, может быть, и вам показать. Стоим, ждем автобуса, как в старые добрые времена. Номер 22. Вот наша Гузаль, сейчас, секундочку. Добрый день. Вот она сидит, тоже такая красивая вся. Вот это вот остановка, рядом лавочка, и лавочка есть и на остановке. Давно я не ездила на автобусах, очень давно. И вот здесь, напротив нас, магазин Whole Food Store, который мы уже показывали как-то здесь в видео. И оттуда мы ждем автобуса с той стороны. Подошел автобус, называется Пало-Альто, и мы садимся на автобус. Вот так вот выглядит автобус. Вот так вот мы едем. Ты что, первый раз в автобусе? Первый раз. Хорошо погуляла. Ну, автобусы, конечно, очень отличаются от тех, на которых я ездила когда-то. Вот. Вот тут такие диванчики очень хорошие. Один друг напротив друга, и вот очень много места. Гузаль разговаривает. И с той стороны тоже вот там есть много-много мест. Ну вот мы продолжаем наше путешествие на автобусе. Я хочу вам сказать, что я не знаю, сколько лет 10, наверное, я не ездила на автобусе. И это так прикольно. Заплатил 1,5 рубля и поехал. Как ощущение? Здорово, здесь, конечно, еще и место много, так скажем, свободно очень в салоне. Поэтому так, просто... ну, наверное, снимать других нельзя, да, наверное. Мы находимся на очень красивой плазе Пало-Альто. Здесь вот Apple Store. И я вот не пойму, в этом ли мы магазине были в прошлый раз, где я меняла телефон. Или это другой? По-моему, это другой. Но тоже очень клевый. Весь стеклянный. Да, другой. Вот здесь Macy's, Louis Vuitton. Все круто. Прикруто. Ну-ка. Такая плазочка очень-очень чистенькая, аккуратненькая. Вот такое ощущение, что вроде мы находимся на улице. И такое ощущение, что вроде как внутри. Так сделано здесь все, что как будто и в здании ходишь. Так все так приятно. Ну, я вам хочу сказать, шопинг здесь очень дорогой. Потому что здесь все известные эти бренды. Louis Vuitton, Boss, Coach, Neiman Marcus. В общем-то, такие. Так, знаете, только видео поснимать. Ну вот мы идем дальше, мои любимые девочки и мальчики, женщины и мужчины.
Сегодня, кстати, очень долго учила, со мной занималась Аня, у которой я живу, так как Аня, она тоже прошла эти курсы. И она меня гоняла по всем вопросам, можно сказать, экзамен устроила. И я экзамен сдала, и она сказала, что ей понравилось. Поэтому я решила себя немножко, так сказать, побаловать. Заслужила. Вот, Гузаль говорит, заслужила, потому что она тоже слушала при этом. А вот, и поэтому я решила, что я сегодня тоже могу куда-нибудь выйти на пару часиков и отдохнуть. Вот такое очень приятное местечко, конечно. Как же здесь все-таки приятно, как же здесь все-таки красиво. Вот сзади меня там вот этот фонтанчик, очень красивая плаза. И, конечно, получаешь удовольствие, когда гуляешь по таким местам. Немножко тебя так успокаивает, знаете, музыка, виолончель играет. Просто супер. Мы идем, а с Гузарь куда-нибудь хотим сесть, посидеть, может попить кофеечку. Вот мы вышли из шоппинг-центра и идем уже вроде как по настоящей улице. Здесь, пожалуйста, мороженое, по-моему, даже йогурт. Йогурт. Frozen йогурт, да. Угу. Вот написано Frozen йогурт. Смотри, наверху видишь, зелененький. Ага, обожаю. Пошли Frozen йогурт. Ну, мы с тобой обязательно зайдем. Подожди. Давай что-нибудь еще посмотрим. А деревья цветут. Я не знаю, это яблони или сливы? Что? Слива, да? Если красненькие листочки, то слива. Вообще, как бы боюсь сказать, на камеру уже говоришь, смотрят тысячи людей. Скажешь яблони, скажут, ты что, дура, слива же это. Скажешь слива, скажут, ты что, дура, это яблони. Поэтому всегда страшно что-то сказать, когда не уверен. Такой интересный магазин, мы остановились. А здесь все прямо в деревянных каких-то балках. Идем, идем. И хотя он фэшн-магазин, то есть одежда. А похоже, сначала думала, строительный какой-то. Вот тут такой и такой потолок интересный. Такой вот магазинчик. Гузаль у нас уже пошла трогать белоснежное платье. С той стороны мы снимали эту аллейку. Мы вышли с другой стороны этого магазина с деревянными балками. Называется он Urban Outfitters. Urban Outfitters. Я не знаю, видно или нет. И здесь вот такой фонтанчик очень приятный. Пожалуйста, вам. Это, так скажем, другой aisle of shopping center. То есть другой ряд. И тут вот какие-то прям стоят фигурки интересные. Так, сейчас мы зайдем. Что это за мужчины с маленькими головами? Какая-то абстракция такая интересная. Пожалуйста. Ну, очень приятно.
Пока у нас не закончилась батарейка на видео, мы с Гузаль хотим поздравить всех наших мальчиков, всех наших красивых, добрых, талантливых, умных мальчиков, которые сейчас на канале, и, конечно, наших мужей, сыновей, правильно? Наших любимых, прекрасных мужчин с 23 февраля. Да. И желаем вам счастья, желаем вам, я не знаю, всего-всего, что вы захотите. Мы вас очень-очень любим. Хочу сказать по-английски. Vincent, I love you so much, and I congratulate you with 23rd of February. Но, к сожалению, он не знает этого праздника. Артемушку своего поздравляю тоже с 23 февраля. И, конечно, всех-всех своих подписчиков, которые сидят, все мальчики, я сейчас не буду перечислять имена, потому что кого-то вспомню, кого-то нет, поэтому я поздравляю всех. Вы все у меня очень классные. Ну, что еще? Присоединяюсь к поздравлениям. Мы дальше пойдем сейчас гулять по Плазе. И, конечно, мы очень рады, что мы можем вас поздравить вот так на всю страну. Тоже какой-то магазинчик такой материалов. Всяких кружечек, ну, всякое. И посмотрите, вот такие вот здесь у входа кресла. Вот у нас Гузаль села, красивая наша. Очень удобно. Очень удобно. Ты можешь облокотиться назад и сидеть, а я пойду, а ты сиди. Да, вот такие вот кресла. Пожалуйста, это, наверное, мужья ждут, когда жены что-то выберут, потому что у мужей обычно не хватает терпения ждать, когда жены там везде, так скажем, поковыряются, что-то померяют, понюхают, потрогают. Мы-то мериться сегодня будем. А что мы будем мерить? Пойдем посмотрим, что мы будем. Без камеры в руках чувствуешь себя некомфортно, да? Гузаль сказала, да, я тебя теперь поснимаю. И я сказала, вуаля. Все, расслабься. Я буду снимать, а ты расслабься. У меня только батарейки там почему-то чуть-чуть не упало. У меня батарейки там нет почти. Надо как-то нам сесть, подзарядить чуть-чуть. Да, давай где-нибудь присядем. Хорошо смотришься. Ой, а какие цветы красивые. Я могу... Ну вот мы сели и запили. Мы сейчас хотим кофеечку попить. А что мы делаем в данный момент? Мы сидим за столиком. Хотели сесть на красивые диванчики. Но, к сожалению, моя камера умирает. И мы сидим и подзаряжаем камеру. Сейчас я даже покажу. Вот так вот это выглядит. И мы сидим на таких вот стульчиках и столиках, на таких очень одиноких, так скажем. Потому что там сидят на красивых стульях, а подзарядки там нет. Поэтому нам вот приходится сидеть на такой. Зарядилась, и Гузаль у нас все-таки села на красивое кресло допивать свой кофе. Обалдеть, в очень мягком креслице таком. Ну, сейчас и я плюхнусь. Что ж мне делать? Не ждать же ее. Вот, пожалуйста, Victoria's Secret магазинчик. Туда мы не пойдем, потому что наши мальчики смотрят, а там в основном лифчики и трусы. А сегодня мы поздравляем их с 23 февраля, и они скажут, а нафиг нам надо. Вон, молодые, видите, кувыркаются. Окей, okay, we'll... Wow. Супер! It's amazing! Thanks! Do it!
Вот очень хороший магазин, кстати, Free People. Очень хороший бренд. Очень интересные. У них очень интересные вещи. Не столько, сколько они какие-то вычурные, но они очень интересные. Я очень часто покупаю Free People. Можно зайти посмотреть. Да, пойдем посмотрим, что там есть. Вот это вот диванчик перед Fitting Room. Гузаль у нас ушла мерить вещи. Мы нашли вещи от Free People. Нашли вещи от Calvin Klein. И еще какие-то, не помню. В общем, она набрала там, по-моему, вещей 6-7. Уже объявляет, что магазин закрывается, а мы с ней только нарыли чего-то посмотреть. Поэтому вот она сейчас будет выходить, и мы будем на нее смотреть. Вот у нее первая кофточка на ней. Но я вам хочу сказать, на ней смотрится все просто шикарно. Подойди немножко поближе, что, как она там смотрится. Так, нам нужно посмотреть, что это за фирма. Но посмотрите, она просто вообще, ну, красавица. Вот, вот на человеке идет все идеально. Так, да, ну когда я посмотрю, какая фирма у тебя тут. Надо же знать нам. Слушай, я хочу ее. Так. Она именно так и смотрит. Короче говоря, одела она ее сзади наперед. Нет, мы так торопимся. Да, это вещь от Free People. Но она такая интересная, что не знаешь, как ее одевать. То есть сейчас она ее переоденет, и мы ее оденем по-другому. Вот, пожалуйста, она выходит. Вот, поворачивайся спиной. Я же говорила, Free People вещи очень они интересные. И они не дешевые. Но смотрятся они вроде как casual. Музыка. Очень красиво. Давай следующую. Следующая вещь. Так, такая прям так красивая, худенькая сейчас. Так, покажи нам, юбочка там такая у нее, кружевная. Тоже вещь от Free People. Такая вот интересная. Боже мой! Посмотрите, какая кофта. Просто обалденно. Это тоже, по-моему, Free People, да? Да, это Free People. Вот видите, какие вещи красивые у Free People. Давай вот туда отойдем, тут музыка просто гремит, и я боюсь, что YouTube не пропустит мне ее. Ну, вот здесь вот как-то туда вот пройди. Вот. Очень красиво. Вот это вот кофта твое просто, да? Как ты думаешь? Иди на меня. И это тоже. И я люблю такой стиль. Угу. Такая, видите, как вроде такая вышитая распашоночка, открытые плечи. А плечи, когда красивые, остренькие, то это очень красиво. Вот белая, как бы, да, вот немножко. Белая очень, да, тебе хорошо. Какой полнит? Она любит все черное, 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 как вороново крыло. А вот белое как раз тебя очень освежает. Вот сейчас девочки мои напишут тебе, только читай. Вот она выходит в очень интересной кофте. Покажи поближе нам ее. А сзади как? Ну, такая она интересная, но она как-то коротковата, мне кажется. Может Нет, быть, я ошибаюсь. Она специально как такая, как балерошная. Она вся вот, знаете, ее одеваешь, и она так интересная такая. Ну, такая продуваемая. Да. Можно, кстати, можно сделать, кстати, вот такие вот, как дырочки здесь. Может, Нет, погоди. Может, опять? Ну, а где ценник-то? Мы в тот раз определили, что она неправильно ее одела, потому что ценник был спереди. Посмотри, где ценник висит. Может, вот это плечики вот так? Да, наверное, можно как хочешь одеть. Слушай, ну прикольно. Она и прикольно. Можно одно плечо открыть, а второе закрыть. Второе, вот прям ее на бок. Одень на бок прям. Вот. Вот даже можно вот так, как мы определили, можно один бок короткий, второй длинный сделать. Ну, как угодно, она будет смотреться очень красиво и оригинально. Еще раз повторяем, это вещи от Free People. Вот, пожалуйста, это фирма Free People. Если хотите погуглить, это очень хорошая фирма. Вот сейчас Гузаль одевает пиджак от Calvin Klein. То есть такой вот красный пиджачок. У него, по-моему, рукава 3/4. Такой, по-моему, он даже не застегивается, чисто такой наверх. Посмотри, покажи, подойди к нам. Я его застегну. Нет, подожди, а ты не... Нет, не застегивай ничего. Вставим так. Вот такой вот он, на распашечку. Можно какую-то брошку одеть, мне кажется, и застегнуть его просто наверху. Ну, такой деловой, наверное, более стиль, с черной юбочкой. Давай, что у нас next? Не правда ли интересно наблюдать за тем, как Гузаль меряет одежду? Это просто супер. Я тоже это очень люблю.
А мы вроде как занимаемся фэшн-шоу для вас. Вот Гузаль. А, я думала, ты платье одела. Ну, хорошо. Платье будет следующее. Покажи нам спину. Очень красивая майка. На спине такой крест. И ее можно одевать, наверное, с джинсами, и с чем угодно, и с какими-то лосинами. Правда? Ну, это вот ее стиль такой. Я такой стиль не ношу, с кружевной. А вот ей он очень идет. Ну, очень красивое платье, мне кажется. Пройди туда вот вперед. Ну, из-за твоих волос не видно, что как спина сделана. Спина сделана вот так. Так. Катя. Немножко я полный рост покажу тебе. Так. Ну, такое интересное платьишко. Не такое не яркое оно, но... Ну да. Твои сережки очень подходят к этому платью. Правда? Платье очень красивое. Это тоже Free People, да. Так, вообще, мы с тобой в основном мерили Free People и один от Calvin Klein. А где его цена? Я не вижу. Так, сейчас посмотрим. Цена. И я не вижу. Удивительно. Обычно. Но они могут посмотреть по этому. Машинкой могут посмотреть. Вообще платье красивое, тебе очень идет. У тебя такие еще сережки коричневые здесь. Все, давай пошли уже домой. Гузаль решила взять вот эту кофту, которую она сначала одела задом наперед. Я и не удержалась. Ей очень она понравилась. Она стоит всего $40. Она на скидке была, она 90, по-моему, да? А стала она 40. Она была, а тут спрятали цену. Тут она была... Ну, покажи ее еще раз сзади. Вот такие вот рукавочки у нее тоже очень интересные. Сейчас очень модно вот это вот такие маленькие рукавочки. И широкие. В три раза скидывали, да. Ну, а все вещи у Free People это около где-то $100 или выше. Поэтому я знаю эти вещи, они такие. Так что вот, а покажи сзади нам ее. Вот такую вот кофту она взяла. Не забудь, что это спина. Не забудь, что это спина, пожалуйста. Пойдем. Вот мы с Гузаль спускаемся на первый этаж. Вот она у нас красавица едет. Здесь так. Я не устану повторять, здесь очень суперски. Пойдем, а на улице уже темно, покажем огни. И, конечно, все смотрится по-другому, когда на улице темно. И огни, огни, огни. Так просто вообще очаровательно. Куда мы пойдем? В какую сторону с тобой? В ту или в эту? Пойдем в ту. Пойдем. Магазинчики уже закрыты все. Все стульчики. Конечно, все. Цветочки все живые. Стрит-маркет. Луи Виттончик. А как пахнет вкусно цветами, я вам хочу сказать. Жалко, что вы не можете это прочувствовать. Да, 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 да. Я даже вот прошла мимо. Какая прелесть. Да, я прошла мимо, даже мне не надо было нос свой совать. Вкусно очень пахнет. Да. Вот очень много ориентал людей здесь. Я не знаю почему, что может здесь такой район. Вот очень красивое дерево. Мы как-то с ней прошли, с Гузали. Я говорю, что же это за дерево? Вот эти вот цветы на этом дереве, они такие огромные. Вы посмотрите, это я взяла просто с кулак. И они очень вкусно пахнут. Я не знаю, как они называются, но вот эти деревья, конечно, они везде. С этими цветами. И посмотрите здесь тоже. Конечно, цветочный рай. Так здорово, приятно. Народу мало. Там вот Apple.
цветочный рай. Я думала, Флорида цветочный рай. Конечно, во Флориде тоже жаловаться не приходится. Но здесь, конечно, какие-то вот они другие цветы. Такие вот, знаете, они здесь такие большие. И вот даже тюльпаны. Ну, как говорю я, даже тюльпаны. Тюльпаны, конечно, у нас есть. Маки, смотри, маки. Красивые, да. Маки. Вообще, конечно, очень красиво. Знаете, когда вот я, как я говорю, по Флориде я поприжилась, и уже вроде как глаз замылился, и кажется, и показать нечего. А вот другой штат приехал, и все по-другому. Боже, какие букеты. А вот смотри, роза. Да. Роза, это роза, да? Обрезанная роза. Угу. Суперски. Кустик такой, смотри. Тоже какой-то кустик. Прям цветочек. Сейчас смотрим. А пальма? Что за пальма или что? Не знаю, такие пушистые, правда? Смотри, какое красивое. Да, какие-то цветы такие. Прям как невеста этот кустик. Пахнет, нет? Нет, не пахнет. Значит, не настоящий, искусственный. Шучу. Нет, такая. Значит, обмани, скажи. Ой, как вкусно пахнет, скажи. Не умею. Да, очень здорово. Знаете, прям на улице как все вымерло. Никого нет, мы идем одни. Как будто весь этот город принадлежит сейчас нам. Как называется это? Кливия. Кливия. Вот до этого мы снимали белую. А вот тут, смотри, красная. А тут красная. Вот Гузаль знает все вот эти названия этих цветов. Какая-то кливия. Я не знаю, так что кто знает, пожалуйста. Ну, я сняла только что это, но... Ну вот, пожалуйста. А как машинка-то тихо проехала, знаешь, как будто, чтобы не разбудить никого. Слушай, так здорово, как будто вообще все вымерло, правда? Просто вымерло все до рассвета. Как там поют эту песню? Я не знаю, песня. Ну как? Я не знаю. Я, по-моему, даже наврала начало. Ну ладно. Оказались сказки. Ну вот все еще плаза-плаза. Мы из одного как-то, я не знаю, выхода в другой ныряем. Ладно. Сейчас шли, говорю, а мы здесь не были, давай завернем. Она говорит, давай завернем. Вот завернули в такую красоту. Вот это же сам. А это тот же куст, который не пахнет. А только розовый. Пахнет. А здесь он пахнет? Обманываешь, наверное. Нет. Можешь убедиться. Ну вот такой. Ну, правда, вообще я чувствую, ну, да. Ярко, но есть. Не, чувствую я. Ну-ка. Удивительно, один и тот же кустик, но не да? Очень сильно пахнет. Ну ладно. Слегка. Очень, посмотрите, как здорово здесь. Мы опять пришли туда же. Туда же, где и были, мы вот здесь пили кофе вот за этим столиком. Да, и вот вся вот эта плаза, мы стоим просто посреди этой плазы. Сейчас я немножко покажу. Интересно. Ну просто вообще ни души. Никто нам не мешает. Нет. Сиди. Ну вот, видишь, что же такая красота здесь. Мы все идем, и не можем налюбоваться. Вот поэтому мне так и тянуло, здесь так красиво. Ну и одежда она на мере Макс Мара. Хорошая тоже фирма. И вроде мы на улице находимся, да? И как будто вроде в здании. Эллен Фишер очень-очень дорогая фирма. Просто безумно дорогая. Я не знаю, просто какое-то имя она себе сделала. Ничего особенного в этой одежде нет, но там цены такие запредельные, что просто с ума сойти. Мы опять подошли к этому же фонтанчику, но уже вечер, и смотрится это все по-другому. Смотрится это все очень романтично. Еще раз хочу поздравить моих любимых мальчиков, которые у меня на канале, которые смотрят меня, комментируют, общаются со мной. Моих
Ну, может, сказала мальчиков, но не все мальчики, конечно, и мужчины есть, и мальчики, и юноши. Всех вас люблю, всех вас с праздником, 23 февраля. Пусть женщины вас любят, пусть вас они ценят, пусть они дают вам тепло, потому что вы заслуживаете этого. Всех вас с праздником. Ну вот мы на автобусной остановке. Посмотрите, все-таки даже автобусные остановки, они какие-то другие, большие здесь. Как будто, знаете, как будто train station. Как будто вокзал какой-то, скажем. Вот. Сидят люди, ждут автобус. Гузаль пошла. Так. Вот один из автобусов стоит. Нам нужен номер 22. Это что, такая лавочка здесь? А, видите, какие? Попа большая, попа маленькая, любая попа. Нет, какая лавочка, хотите? Вот там, а здесь, там, ну и попа тоже подойдет. Ну да. Ну можно и присесть. Ну конечно. Кстати, очень приятно. Да, очень приятно. Только ты вроде на камне сидишь. Да, вот. Да. Девочки сразу сейчас напишут, на камне сидеть нельзя, правильно, девочки? Мы уже это знаем. Вот девушку увидели сейчас, она спиной стоит. Мы думали, это наша Аня стоит, потому что Аня у нас тоже в белой жилетке такой. Аня, мы подумали, волосы, что это ты, и обрадовались. А потом подумали, да, волосы-то слишком длинные. Вот подъезжает наш автобус 22-й. Наконец-то мы дождались. Идем в автобус. По-настоящему. А здесь не откроете дверь? Идем. Идем, идем в автобус. Так. Я сажусь, вот такой вот автобус. Гузаль там покупает билетик. Стоит. Сколько стоит билет? Ну это маленький автобус, по-моему, полторы. Полтора доллара стоит автобус. Билет. Да. Are we there yet? I used to drive the school bus. Yeah. The kids will always say that. Uh-huh. Kids always say, are we there yet? 5 more minutes. Yeah. Thank you.
наша остановка. Колкутов. Thank you very much. Thank you. Итак, мы дома. Пожалуйста, вам наш магазин Whole Food Store. Все уже мои мальчики и девочки знают, где мы живем, знают уже район, куда пойдем, на какую сторону повернем. Все. Всем спокойной ночи, всем хорошего дня. Еще раз мальчиков с 23 февраля. Девочки, любите их. Они заслуживают этого, правда? Берегите своих мальчиков. И мужчин. И мужчин. Все.